Интересно, остались здесь какие-нибудь вещи Мертена? Пошла. Вперед, плотва. Интересно, остались здесь какие-нибудь вещи Мертена? Нам мир. Так и наши жены стали покладистыми. Благодарность, белоголовый.
часть пути. Эй! Пошла. Идите своей дорогой. Ах ты, пряничек! Да я тебя за такое расцеловать готова! Ох, лениво. Ленива.
Не преувеличивай, Вильмар. Эй, сюда! Будьте любезны! Ваше сиятельство, я настаиваю. С нами вы будете в большей безопасности. Ерунда. Ваше сиятельство, с вашего позволения я соглашусь с Вильмаром. Кто знает, что там в чаще сидит? Ты меня звал? Что такое? О, у нас тут ужасная беда с пауками. Позови бабу с метлой, зачем тебе ведьмак? Да вы не поняли, пауки огромные, собаку ростом, черные такие, волосатые, паутиной плюются. Хм. В таком случае это не пауки, а арахноморфы. Да зовите как хотите, разберитесь вы с этой мерзостью, ладно? Из этих пещер вышел бы отличный склад для бочек, если б не эти твари. Сначала о главном. Обсудим мою награду. Я знал, что мы договоримся. Арахноморфы очень быстро размножаются, так что лучше решать проблемы в зародыше. Я этим займусь. Господа, я тронут вашей заботой, но этого дня я давно ждал, и позвольте мне прожить его так, как я сам запланировал. О, а вот, кажется, и мой проводник. Мое почтение. Приветствую, Белый Волк. Полагаю, ты видел мое объявление? Ну да, глупый вопрос. Раз ты здесь, то наверняка видел. Позволь представиться, граф Белидаль. Большой почитатель твоих свершений. Очень приятно. Ведьмаки не часто такое слышат. Но, ваше сиятельство, вы пойдете с одним ведьмаком? Этот парень 10 стоит, но экспедиция и без того излишний риск. А если вы нас не возьмете, это уже при всем уважении сумасбродство какое-то. Не преувеличивай, Вильмар. Надеюсь, я все-таки не умру, если полдня буду сам себе подтирать задницу. Прости моим стражникам эти причитания, ведьмак, и позволь мне перейти к делу. Как ты, вероятно, уже знаешь из объявления, предложение у меня довольно нетипичное. Видишь ли, ведьмак, я люблю дикую природу, а в Тусенте живет несколько видов животных, которые нигде больше не встречаются. Я бы хотел, чтобы ты сопровождал меня в путешествии, которое их сохранит на века. Ну да, и защищал бы меня, если вдруг что пойдет не так. А то стоит мне хотя бы поцарапаться, мои отважные защитники тут же донесут жене о моем безрассудстве, и тогда судьба моя будет плачевна. Граф Белидаль? Знаменитый птицеод? Нет, это был мой дедушка. Славный был человек. Я же занимаюсь винами. Привожу в родной Ковер лучшие сорта. Поэтому время от времени я навещаю Боклер и всякий раз стараюсь, скажем так, прикоснуться к дикой природе. И для этого тебе нужен ведьмак? Взял бы своих стражников. Дешевле бы вышло. Разумеется, можно и так. Но им тоже полагается минута отдыха. Правда, господа? Кроме того, я богат. Кто мне запретит? А,
Выходит, вся эта экспедиция — каприз богача? Есть еще Клариса, она... Вильмар, прошу тебя. Кто она? Моя дочь. Я всегда привожу ей из путешествий разные сувениры. Она их ждет с огромным нетерпением. Впрочем, сейчас речь идет не о моей семье, но о нашей экспедиции, правда? Прежде чем я соглашусь, расскажи хоть что-нибудь. Куда мы идем? Что именно мне нужно делать? В целом, восхищаться фауной и флорой. Я же при случае постараюсь что-нибудь увековечить. Увековечить? Видишь ли, у меня тут такой аппарат, парестисомак, который запечатлевает образы. Парести что? Такой как бы переносной мегаскоп. Он ухватывает события и превращает их в иллюзию, на основе которой я позже пишу картину. То есть ты предлагаешь пойти с тобой, разглядывать зверюшек, цветочки и... Да, в целом все верно. Только сперва ты должен выследить тех существ, которых я хочу запечатлеть. Сам я только примерно представляю, где их логово. Ну, и если что-нибудь пойдет не так, у нас в загашнике будет твой меч. Ну как, согласен? Довольно необычное задание. Не могу не согласиться. И потому предлагаю весьма достойный гонорар. Ты же не будешь возражать, если я попрошу назвать конкретные цифры? Нет-нет, пожалуйста. Прошу, просто скажи, сколько ты хочешь получить. Замечательно! По рукам! Задание вроде нетрудное. Я бы взялся за что-нибудь приятное для разнообразия. Замечательно. В таком случае вот карта. Перед приездом я поспрашивал местных охотников, попросил определить места обитания существ, которые меня интересуют. Все отмечено на карте. Отличная мысль. Будет их проще выследить. Ну что, отправляемся? Да, пойдем. Свет сейчас просто идеальный. Раз уж карта у меня, позволь, я пойду вперед. А почему бы тебе не отправиться в экспедицию со всей своей свитой? Ты шутишь. Вырваться из-под крыла охраны – истинное избавление. Очень они меня оберегают. Я предпочитаю любоваться животными, увековечивать их, а не убивать из ложного страха за собственную жизнь. А если животные нападут? Тогда у нас и правда не будет выхода. Мы же не хотим стать их обедом. Но пока они спокойны, и незачем их провоцировать. Это для меня очень важно. Судя по карте, где-то тут должны быть пантеры. Держись рядом и не зевай. У меня просьба. Постарайся, если возможно, не проливать крови. Слышите? Это пантеры. Откровенно говоря, ничего не слышу. Чувства мои не так развиты, так что я просто доверюсь тебе. Прекрасный день, чтобы ловить события.
браконьеры. Похоже, расставили силки на медведя, а попалась пантера. О, посмотри. Ты поможешь его матери? Попробую. Но сперва ее надо успокоить, иначе она на нас бросится. Отлично. Выйдет прекрасный план, как ты ее освобождаешь. А говорят, у ведьмаков нет сердца. Этот образ... Борести самак растревожил зверей. Надо отсюда убираться. Ненавижу браконьеров. Я рад, что ты разделяешь мою любовь к животным. Для человека из города у тебя очень широкий круг интересов. Ох, и правда. Интересов у меня порядочно. Вина, природа, живопись. Мне кажется, ведьмачья жизнь, при всем уважении, несколько более монотонна. Это верно. Но скучно никогда не бывает. А я вот вообще не представляю, как бы я возился с одними и теми же существами. У тебя есть жена? Да. А при чем здесь это? Ни при чем. Просто так спросил. Это они, Скалопендроморфы. Они роют туннели под землей и при этом издают очень характерный звук. Так мы их и выследим. Здесь звук громкий и четкий. Должно быть, мы у самого гнезда. Мы на месте. Да, но хороший план отсюда не поймаешь. Погоди, найдем место получше и более безопасное. Ступай осторожно. Скалопендроморфы очень чувствительны к звукам и к вибрации. Их легко разбудить и разозлить. Может, здесь? Не знаю. Они слишком близко. Да, поищем другое место. Тут должно быть безопасно. Может и так, но отсюда ничего не видно. Значит, ищем дальше. Здесь расстояние подходит, свет вроде тоже хороший. Да, просто идеально. Ты сможешь их вытащить? Сейчас, надо подумать. Надо заставить землю вибрировать. Попробую бросить бомбу или наложу знак. А ты смотри, ближе не подходи. Прекрасный день, чтобы ловить события. Благодарю. Это было воистину великолепно. Можно идти дальше. Потрясающе. Дух захватывает. Благодарю тебя. У меня к тебе еще одна просьба. Я хотел бы увидеть брачные ритуалы местных павлинов. Говорят, есть стая где-то неподалеку.
Сходить можно, но о брачных ритуалах лучше забудь. Они закончились месяц назад. Ужасно. Я так надеялся увековечить их во всей красе. А если павлины не захотят показывать хвост, можно с ними что-нибудь сделать? Раздразнить их как-нибудь? Ты о чем? У меня хвоста нет. И отрастить я его не смогу, по крайней мере, в ближайшее время. Я скорее думал о ведьмачьей магии. Вы ведь, говорят, умеете воздействовать на простых существ. Ну да, можно попробовать. Но ничего не обещаю. Замечательно. Я о большем не прошу. Не знаю точно, где стая, но один охотник указал мне пару мест, где они могут быть. Сейчас все отмечу. Ну ладно, давай искать павлинов. Я вот думаю. Почему павлины? Моя дочь очень их любит. Я хотел сделать ей приятный сюрприз. Мы уже близко. Смотри в оба. Герой из павлиньей гуски с кожным салом. Павлин потерял его недавно, а запах у сала очень характерный. По нему мы стаю и найдем. Ведьмак за работу. Как это замечательно! Слышишь? Они перекликаются. Чудесно! Значит, мы уже близко. О, какие красавцы! Если бы они еще хвосты развернули. Посмотрим, что я смогу сделать. Ищи, куда встать. Я готов. Можешь применять свою магию. О, это будет шедевр. Улыбочку. Зараза, берегись. Скалопендроморфы. Откуда они тут? За нами приползли. В сторону. Ага, Геральт, спасай! Вот и все. О, было жарко. Пожалуй, довольно впечатление на сегодня. Это было великолепное приключение. Получил все, что хотел? Да. В таком случае возвращаемся в лагерь. Возвращаю вашего господина в целости и сохранности. Благодарствую, мастер. Видите, нечего было бояться. Спасибо, что позаботился о его светлости, ведьмак. Эта вылазка явно пошла ему на пользу. Он даже как-то ожил. Погоди минутку, Геральт. Я схожу за кошельком.
и мы урегулируем финансовые вопросы. Ожил? А было что-то не так? А он не рассказывал? 10 лет назад Клариса, дочка его, упала с коня. С тех пор она прикована к постели, ходить не может. До того случая она была этаким шаловливым чертенком. Каждый уголок дома она заполняла радостью. Граф часто брал ее с собой, она тоже зверье всякое любила. Теперь эти его экспедиции, точнее образы, которые он привозит, это для нее единственное окно в мир. А вот и я. Я очень рад, что смог взглянуть на тебя в деле, увидеть собственными глазами, что в повествованиях о тебе нет ни капли преувеличения. Дисциплина, надежность, ответственность. Ты был бы идеальным деловым партнером. Жаль, ты не торгуешь вином. Может, когда-нибудь? Прошу, вот твоя награда. Спасибо. У меня к тебе еще одно предложение. Я собираюсь устроить выставку своих работ для друзей. Может, зайдешь, если окажешься поблизости? Почему нет, если это по дороге? Замечательно. В таком случае приглашаю в гости. Я остановился здесь у друга, рядом с деревушкой Франколар. Я буду. До встречи. Как же у меня руки трясутся. Есть новости? Пока нет. Но будь уверен, я все сделаю.
есть новости? Я уже был там и навел порядок. Хвала богам! И вам, разумеется. Давно ты занимаешься виноторговлей? Не слишком, если честно. Я учился на алхимика, но что-то у меня не пошло, вот я и стал вином торговать. И занятие это куда более приятное, должен сказать. Пей себе на работе, а никто и слова не скажет. Разумно. А после стаканчика мир кажется куда более приятным. Мне пора в путь. Бывай. Плотва. Тяжко на службе с пустым брюхом. Душит воображение. За то, что ему отворот-поворот дал. Святой Лебеда, поверить не могу. Виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал. Все потерял, что так и стал. Тяжко на службе с пустым брюхом. Чтоб тебя худой бык топтал.
Что-то будет. Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Это вижу, же всем известно. Лучшее красное вино. Лучшие вина Тусента не родились бы без страсти. Бомбино! Сам ты бомбино! Наш сорт камина самый сладкий в Баклере. Это тебе каждый скажет. А мне нет дела до каждого. Я слушаю только опытных сомелье. А они в этом вопросе единодушны. Поэтому, если я и куплю твое вино, то только с большой скидкой. Столько работы. Могу скинуть 5% на бочку, а не больше. Но! Вино слаще шоколада. Только вы. Матушки! Пошла! Своей дорогой. Кто гвардейцев не боится? Ой, как у тебя глаза светятся. Ой-ой-ой. Вот вы, не так быстро. Поставщик двора ее княжеской милости. Этот Тусен интересный край. Это правда. Прошу каждый вас, раз, когда сюда приезжаю, спокойствие. Попадаю в сказочный. Этот взгляд. Самое смешное, что местные меня прямо всякую чушь. Например, будто бы великан, убитый рыцарем Гильомом, был заколдован. Гильом что угодно сделает, чтобы произвести впечатление на даму. Здесь все делают что угодно, чтобы произвести впечатление. Это не так уж плохо. Мне было бы приятно, если бы какой-нибудь рыцарь ради меня убил великана. Быстрее.
Ну, все, все, все. Сука, принеси, подай, поди вон. Эй, эй! Прекрасная возможность познакомиться с героем последних произведений Крафа. Желаю приятно провести время. Самцы, так и самки-станожки Баклерской являются грозными хищниками. Хотя обыкновенно они охотятся группами, автору этого выдающегося произведения удалось запечатлеть одиночку, приготовившуюся к нападению. Стоит также обратить внимание на охотника, который, хотя безусловно сознает грозящую ему опасность, с каменным лицом выжидает момента, подходящего для атаки. О, Геральт, вот и ты. Чудесно, прошу. Как я рад, что ты пришел. У меня для тебя маленький подарок и никаких отказов. Ты, разумеется, можешь ее продать, но я буду счастлив, если ты повесишь ее в своем доме. Спасибо. Сколько народу? У тебя тут много друзей. И все, кажется, в восторге от твоих картин. Ох, если у тебя столько денег, сколько у меня, друзья липнут к тебе, как пчелы к меду, и восхваляют до небес все, что ты делаешь. Я не говорю, что все эти люди лжецы и подлизы, но, боюсь, большинство из них таковы. Тогда зачем ты с ними общаешься? Я делец, и дела торговые должны быть для меня превыше собственных чувств и симпатий. Кроме того... Да.
Порой я выставляю откровенно неудачную картину только за тем, чтобы послушать, как люди лезут из кожи вон, лишь бы найти нужные слова и похвалить ничтожную мазню. И чем больше они хотят моей милости, тем громче хвалят мои шедевры. Удовольствие по самые гланды, скажу я тебе. Твои стражники рассказали мне о Кларисе. Жаль, что с ней так вышло. Спасибо. Эти слова много для меня значат. Как у нее сейчас дела? Наверное, ждет, не дождется, когда ты вернешься. Скорее, когда я привезу ей подарки. Две картины я уже выслал, чтобы ей не пришлось ждать слишком долго. На обратном пути, я думаю, заглянуть в Дол Блатану. Говорят, там можно встретить Сильванов. Да, одного я даже знаю, его зовут Торг. Он бывает вредным, но за соответствующую плату согласится на все, о чем ты попросишь. Вот и отлично. Спасибо за подсказку. Передавай от меня привет. Рад был тебя повидать. Счастливо. Святые лебеда, этот табанец, похоже, и есть славный ребенок. Добро пожаловать в мое скромное заведение. Откуда вы идете? Я уже так долго в пути, что и не знаю, что ответить. Скажем, просто с севера. Правду люди говорят, будто после войны там развалины одни остались. Преувеличивают, но не сильно. Простите, что спрашиваю. У меня родня в Эдирне. Вот мне и интересно. Ну ладно, скажите, что я могу для вас сделать? Покажи, что продаешь. Ты говоришь, у тебя родня в Эдирне? А где? Можно узнать? В Венгерберге. Может, бывали там? Да, и не раз. Это родной город одной моей... подруги, скажем так. Хороший и красивый город. И, насколько я знаю, он не слишком пострадал при вторжении. Ох, рада слышать. У меня прямо на сердце полегчало.
как насчет гвинта? Не хочешь сыграть? Thank you.